Российские львы находятся под угрозой исчезновения. В мире осталось не более 100 особей, 7 из них на арене Ярославского цирка. Не страшно, там же стояла сетка. А вот за того, кто был там, было страшно. Внутри клетки дрессировщик львов Хамада Кута. Впервые отец познакомил его с редкими животными еще в 2-летнем возрасте. В 7 артист уже самостоятельно вышел на арену. В Древнем Египте верхом на этих хищниках потомки древнего рода Кута приветствовали фараонов. Сегодня зрителей. Очень хорошее представление удалось. И мне кажется, что фильм показать в конце это было очень интересно. Львы очень интересные так кричали. Было очень интересно. Было страшно, но они зубы свои показывали и лежали. Я никогда не видела, что с львами целовались, и обнимались, и лежали.